Здравствуйте, в эфире «Вести Красноярск», в студии Мария Кунская. И начинаем со срочной информации. Буквально полчаса назад на улице Семафорной обвалился пешеходный мост. Многотонная конструкция упала прямо на проезжую часть. Под завалом оказался грузовик. По информации спасателей, погибших нет. Водителю большегруза медики оказывают помощь. На месте обрушения сейчас работает и наша съемочная группа. Подробности в выпуске программы «Вести Красноярск» на телеканале «Россия-24» в 19:00.